В ассортименте нашей компании представлено множество видов кабелей. Квалифицировать кабель можно по назначению и по виду кабеля. На аудио-видеокабель, плоский кабель, сетевой кабель, телефонный кабель, монтажный провод. Основными параметрами проводов и кабелей являются для аудио-видеокабеля это сечение провода, материал жил, наличие экрана. Сетевой кабель характеризуется сечением жилы, их количеством, многожильный или одножильный. Телефонный кабель – количеством жил. Монтажный провод – течением и видом изоляции. У всех видов кабеля различное применение. Так, аудио-видеокабель необходим для передачи низкочастотного сигнала от источника к приемнику, например, от DVD к домашнему кинотеатру. Плоские кабели применяются для передачи информационных сигналов. Одно из наиболее известных применений плоского кабеля – это соединительный шлейф между жестким диском и материнской платой. Сетевой кабель используется для подведения электрического питания. Для сетей 220 вольт – это многожильный ШВВП или одножильный пункт. С помощью телефонного кабеля можно провести телефонную проводку, подсоединить телефоны к сети в помещении. Монтажный провод – это в основном многожильный МГШВ, который применяется для работы при напряжении до 380 вольт переменного тока или до 500 вольт постоянного тока. Сечением свыше 0,2 мм до 1000 вольт переменного или до 1500 вольт постоянного тока. Еще МГТФ, который предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 вольт и постоянное напряжение 350 вольт. Благодаря такому большому ассортименту вы всегда сможете подобрать именно тот вид кабеля, который вам необходим.